Вы знаете правила. Мне нужен чистый бой. Выполняйте все мои команды. Защищайте себя. Поприветствовали соперника и разошлись по углам. Я уже начал переживать за Брэндона. Я хочу закончить бой до его начала. Взгляни на эту махину. Вы готовы? Готовы? Начинаем войну! Держи руки выше! Сколько еще Брэндону оставаться в живых? Двигайся! Двигайся! Отходи! Двигайся! Бей его, малыш! Посмотрите, Конлон на полу! Удары сыплются, как бомбы. Папа делает из него отбивную. Давай, вставай. Досталось же ему. Он поднял его воздух. Не давай бить себя. Думаю, Кампана должен хорошо подумать, что делать дальше. Сколько побоев может терпеть один человек? На войну? Спокойно! Уйди от сетки! Даже здание содрогнулось! Он кинул его как тряпичную куклу! Давай, давай! Вставай! Держись! Оба доминируют! Сейчас он его прикончит! Он не знает жалости! Вставай же! Интересно, у Конлона еще руки целые? Что может вынести один человек? Каждый из нас понимает, что из-за своей храбрости Брэндон оказался в большой беде. Эта храбрость может свести его в могилу. Что еще он хочет доказать? Он выдержал два раунда. Что его держит на ринге, не понимаю. Садись. Дыши. Смотри на меня. По чуть-чуть. Что мы тут делаем? Зачем мы здесь? Чтобы выиграть бой? Мы пришли победить. Ответь мне, потому что если нет, то я выкину полотенце. И вы с Тесс поедете домой, хорошо? Но если ты его не вырубишь, то ты проиграл, понял? Если ты его не вырубишь, ты останешься без дома. Продолжаем. Продолжаем. Всеми силами пытается задушить учителя. Дыши, держись! Он ищет выход. Он бросил Кобу. Можете в это поверить? Сбросил гильотину и бросил Кобу. Он пытается заломать трубку. Пытается приручить русского медведя. Бедра! Вот так! Коба вырывается. Конлон не упускает своего шанса. Ситуация поменялась, теперь бойскаут задирает медведя. Учитель хотел изменить позицию, но Кобе эта идея не понравилась, он не хочет лежать на полу. Коба пробует вернуть былое преимущество. Жесткий удар в лицо, но Конлон не показывает страха. Великолепный бой. Какой удар локтем! Конлон проводит болевой на ногу. Он здорово поймал его. Вот это да!
Мы видели это в бою с Миднайтом, затем против датчанина, и сейчас видим это снова. Ломай, ломай его! Ломай! Брэндон Коллман проводит болевой на колено, что и сам терпит мучительную боль. Ломай! Коллман кричит от боли, и он сдается! Брэндон Коллман победил Коллу! Не верю своим глазам! Брэндон Коллман победил Коллу! Он победил Коллу! Фрэнк Кампана и тот не верит! Никто здесь не верит! Я не верю! Брэндон Коллман победил великого Коллу! Брэндон победил чемпиона мира по самбо, проведя полевой прием. Брэндон Коллман! У меня нет слов. Удивительно. Даже не знаю, как описать то, чему я только что был свидетелем. Это должно быть крупнейшее разочарование в истории ММА. Это ж надо, победить чемпиона по самбо болевым на колени. Сродни невозможному. Брэндон Коллман победил великого Коллу. Брэндон Коллман, простой учитель физики, гражданский, совершил невозможное. Он совершил чудо. И мы все с вами стали свидетелями этого чуда. Я не могу поверить своим глазам.